здравствуйте, люди! Я рад вас тут приветствовать. Присоединяюсь к общему посылу мероприятия. Я считаю, что наше выступление следует посвятить защите свободы слова, собраний и политической деятельности в России. Сейчас у нас с этим все очень плохо и печально. Для 21 века политзаключенные — это первобытное общество, простите господи. Это ненормально и, в общем-то, безнравственно. Это позор на голову Кремля, на голову его спецслужб, на наши с вами аполитичные, в основном, головы. То, что мы здесь есть, это полтора человека. Основная масса людей, к сожалению, аполитична. Их нужно поднять, заставить сначала думать, а потом действовать. Где ты? Отдельно хотел сказать, что сейчас сидит политзаключенной партии «Другая Россия» Таисия Осипова. Из-за произвола спецслужб она сидит, это очевидно всем. Сидят герои Манежки, сидят прочие зэки. Их надо сразу же выпустить и ловить, в конце концов, террористов. Мы каждый год подрываемся в метро. Это разве нормально, когда у нас интеллигенция очкастая сидит?